Ну, здравствуй, матушка природа. Как ты хороша своим спокойствием, умиротворением, с твоими остроконечными пиками елок. Ты прекрасна, спору нет. Ну, видимо, это репей. То есть в нем, вот если взять вот эту, там находятся мелкие личинки, и можно использовать его в виде насадки. Большое спасибо мужику-водителю, который перебросил нас через Енисей на КамАЗе. И вот через 15 минут мы уже на речке. На речке уже, ребята. Вот она, красавица. Ее красивые, красивые петли. Ладно, вот она тропка. Вот они, сосны. Сосны. Да здравствует. Да, только ты и я. Моя. В душе она у меня, тайга наша. Наша сибирская природа. Отобьем время, 10:47. На первых рыболов я заметил. Ага, получается, тут петля. По лету тут перекат. Тут ловятся пескари остроконечные. Вот ели. Вот палатки, конечно, это для защиты от мороза. Если свечку там зажечь, будет тепло. И еще один рыбак тоже. Ну, вот так вот мы тут и живем. И тут я видел большого бобра. Думал, медведь сначала, испугался. А он как хвостом даст у меня, чуть лодка не перевернулась, представляете? Попьем горячего чая в термосе. На природе движение, сила. Эх, три сестры каких выросли. Красавица. Является французским деликатесом. Знаете, какой он вкусный? Это пескарь. Вон они, ребятки. Вон они лежат. А мне, кстати, они... Зацепился. Эх, какой. Вот мормышечка. О, вот так он был ловим. О, заливает. Вот видите, заливка идет второй линии, второй полосы. Да я это накомментирую. Да, скважина и... Эту потом будут отливать, а ту эту. Машина пошла через до. Мороза нету, он как скользко подскальзывается, он скользишь. Гололед. О, какой танк. О, я на нем стояли. Красавец. Вон тут ребята рыбачат, как видим. Но штрафуют за это дело, опасное дело. О, пошли, видите, заливают. О, как льется. Вот полчаса, и мы на этой стороне дома.